Сегодня у нас 2 августа 2018 года. Я вот в моем меллинге сейчас посуду помыла, яичницу сейчас я жарю себе с хлебом. Вот, а также я загрузила мое видео, как я посуду, в общем, посуду мою. Вот 16 часов 51 минута, в общем, загружаю. Загружаю на мою страницу Фейсбука, так что вот. Загружаю это видео. Вот, загружается оно. Так что вот, посуду помыла, ужин готовлю. Видео, себя крупно заснять. Вот, а так я хочу сказать, что я все делаю сама. Я в моем меллинге, сколько вот сюда вот въехала с апреля. Ну, один раз уборку нанимала молодого человека, который мне вымыл и на Дебуновской квартиру съемную, и здесь он приехал, все вымыл, полы вымыл, в общем, все, там такая генеральная уборка, вот, а так все делаю сама, и полы мою, ну, в общем, убираюсь, полы мою, ну, стираю в этой стиральной машинке, была у меня посудомоечная, ну, как бы я вот ее отдала, теперь руками мою посуду. В общем, все. И за Матильдочкой, там Матильдочкин туалет я тоже сама убираю. Так что вот. Так что вот Матильдочку кормлю. И, в общем, как-то себя для себя готовлю. В общем, все. Готовлю, убираю. Ну вот, стирает, конечно, стиральная машинка, а так все делаю сама. Это плюс к тому, к моему такому, так скажем, издательскому делу. Понимаете? Снимаю видео, загружаю сама, пишу сама. В общем, вы понимаете, да? Так что вот имейте это в виду. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я. Вот. Так что вот, буду сейчас. Сейчас вот надо. В общем, а так вот это видео, которое я только что загрузила, оно несколько раз у меня, прежде чем два раза сбросилось. Компьютер прям, с компьютером что-то прям вот так это, как говорится, погас или, в общем, короче. Короче, эти возражающие. В общем, возражающие, вот. А так, конечно, надо заработать денег, надо правильные вопросы задавать. Как честным путем заработать денег, чтобы уже нанять, чтобы убрались. Но у меня, знаете, у меня еще такая, в общем, как там, как я когда звонила в службу, клининговую службу, я говорила, есть у вас мужчины, которые приедут и у меня уберутся. Так что вот, имейте это в виду. А что вот, я готовлю для себя еду, сейчас буду кушать.